Приветствую вас, друзья мои! Наверное, на земле не найдется человека, который не слышал бы о вечном городе. Рим ассоциируется с Пантеоном, Колизеем, Императорским форумом, с красотой барочных фонтанов и площадей. Он является самым посещаемым городом в мире. Но несмотря на такую популярность, в Риме все-таки есть места, куда редко приезжают туристы. Сегодня я хотела бы показать вам современный Рим, совсем не похожий на Рим, который обычно видит турист в археологическом центре. Мы находимся в одном из кварталов Рима, в квартале Эур. А если расшифровать эти три буквы, мы находимся в квартале Всемирной выставки, который построил Муссолини. Строительство квартала началось для проведения Всемирной выставки, которую запланировали открыть в 1942 году, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину фашизма и начало фашистской эры. Для строительства этого квартала Муссолини собрал вокруг себя множество талантливых архитекторов, но выставка так и не прошла из-за начавшейся Второй мировой войны. После войны квартал был немного перестроен, и в наше время квартал стал деловым центром Рима. А необычные архитектурные постройки вдохновляют кинорежиссеров, и здесь частенько снимают фильмы. Очень необычный для Рима квартал. Мы сейчас находимся у живописного озера квартала Эур. Раннее утро и будний день, народу никого. А вот выходные и вечером – это излюбленное место отдыха местных жителей. Чтобы вам было понятно, скажу сразу. Чтобы начать прогулку по кварталу Эур и посмотреть озеро, вам нужно доехать на метро Би направление Лаурентина до остановки Ферми. И вы сразу же выйдете к озеру. Чтобы продолжить прогулку, вам нужно идти по Виа Кристофоро Коломбо, поочередно сворачивая то вправо, то влево, рассматривая здания, которые были построены в эпоху Муссолини. К сожалению, этот мостик был закрыт, а именно с него открывается прекрасный вид на каскады. Давайте прогуляемся по набережной. В апреле в Риме цветет сакура. Это самое пышно цветущее дерево, и я не устаю любоваться этой красотой. Слышите, какая тишина и как птички поют? XIV и 15 апреля в Риме проходил автомобильный чемпионат «Формула Е», где участвовали гоночные машины с электрическим мотором. И это его самая главная особенность. Я была в районе Эур накануне автогонок, как раз в самом разгаре подготовительных работ. Все дороги были перекрыты, и по самой главной и центральной дороге этого района, Виа Кристофоро Коломбо, устанавливали трибуны и проверяли трассу.
Попасть туда было не так-то просто. Пришлось пройти через металл-детектор, но и даже внутри были определенные ограничения. Показать всю красоту района мне сегодня не удастся, и поэтому я сюда еще вернусь. Этот район мне очень нравится, но приезжаю сюда редко, потому что он находится совершенно на другой стороне Рима и далековато от моего дома. Хотя, когда мы ездим на море, мы частенько проезжаем по улице Кристофоро Коломбо. Эта улица ведет прямо к морю. Но одно из самых популярных зданий этого квартала мне все-таки удалось снять. Это квадратный Колизей. Уверена, что многие из вас даже не слышали о существовании этого Колизея. Ребята, вы не ослышались. В Риме два Колизея. Давайте подойдем поближе к самому известному зданию квартала Эур. Это Палаццо della Civiltà Italiana, дворец итальянской цивилизации, но более известная как квадратный Колизей. Весь квартал Муссолини выдержан в одном цвете и покрыт светлым мрамором, в том числе и квадратный Колизей. Небольшое сходство с Колизеем Флавиев, конечно же, можно заметить сразу – это полукруглые арки. По углам дворца находятся скульптуры античных героев. Со всех сторон квадратного Колизея расположены 28 статуй, которые олицетворяют науку и искусство. Для фотографа квадратный Колизей – это просто мечта. Мне кажется, это идеальное место для фотосессий. Вряд ли кто-то из гидов приведет вас сюда, но каждый городской квартал, каждое здание в вечном городе имеет свою историю. И все они по-своему необычны. Квадратный Колизей, по-моему, привлекает к себе внимание ничуть не меньше, чем архитектурные постройки античности и средних веков. И в нем спрятаны тайны, увековеченные Муссолини. Вон там, вдалеке за пеньями, находится остановка метро «Мальяна». Античные герои по бокам Колизея и скульптуры, олицетворяющие науку и искусство. Высота Колизея Муссолини 68 метров. Как я уже сказала, в квадратном Колизее спрятаны тайны, увековеченные Муссолини, количество арок – 9 по горизонтали и 6 по вертикали, что означает количество букв фамилии и имени – Бенито Муссолини. Много лет квадратный Колизей был заброшен, но сейчас он в аренде у Фенди до 2028 года. Здесь проходят всевозможные выставки и показы мод. Я жду, когда будет проходить интересная выставка, и тогда покажу вам квадратный Колизей внутри. С середины апреля в Риме начинают цвести маки. Я сейчас вам покажу место в парке акведуков, где недели через две будут целые маковые поля. Именно здесь через некоторое время начнут цвести маки. Это просто сказочное место. Акведуки и целое поле маков. Берите на заметку, фотографы! И прогуляемся немного вдоль акведуков.
по которым в античные времена в Рим поступала вода. Боже, как же я люблю этот парк! У нас дома небольшой косметический ремонт. Думаю, как и у каждого из вас, весной хочется что-то изменить. Вот решила показать вам, как выглядит ремонтно-строительный магазин в Риме. А кому-то из вас это уже будет неинтересно. И тогда я хочу попрощаться с вами. Если вы планируете поездку в Рим или просто интересуетесь вечным городом, то на моем канале вы найдете много полезной информации. Подписывайтесь и следите за новостями. С вами была Тати Рома. До новых видео, друзья! Я благодарю вас за просмотр и пальчики вверх!